Впервые раз, Софья молодец. Два. Заниматься физкультурой в зале ученикам 14-й школы веселее, чем на улице. Ничего странного в этом нет. Их стадион давно устарел. Это понимает даже первоклассник Тимофей. Он точно знает, что должно быть на современной спортивной площадке. Беговая дорожка – это такое устройство. Включаешь на любую мощность и бегаешь по ней на месте. То есть такая гусеница, которая все время очень быстро двигается, и по ней нужно бегать, чтобы не улететь куда-нибудь назад. Беговые дорожки, правда, не тренажеры, а легкоатлетические, появятся на школьном стадионе в новом учебном году. На прорезиненном покрытии будет не стыдно и гостей из соседней ДЮСШ принимать, делится директор Алексей Георгиевич. А еще здесь организуют площадку для волейбола и баскетбола, трибуны, а на футбольном поле постелят искусственное покрытие. До этого оно напоминало болото. Родители начальной школы с лопатами, и мы вот эти кочки вырубали здесь, потому что заниматься было небезопасно, скажем так, футболом на этом стадионе. Сейчас снег сойдет, дожди начнутся, оно осело уже, грунт дал осадку, и поэтому, как дожди, у нас здесь можно было водное поло играть. Проект реконструкции стадиона разработали еще в 2014 году, а после отличного выступления учеников на президентских играх вопрос подняли снова. Накануне строительство обсуждали в мэрии. Все средства только городского бюджета. Лимиты заведены пока на 14 миллионов 800 тысяч, но вот я говорю, что сегодня пересматривается проектно-сметная документация. Конечно, мы смотрим на то, что мы можем, что мы имеем, но тем не менее, возможно, какие-то небольшие корректировки будут. Строительство планируют начать летом. Ради него школа откажется от организации лагерных смен, чтобы сдать стадион к 1 сентября. Юлия Мишурнова, Михаил Величкин, Денис Лугов, программа «Город».